Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Слева перед вами находится телефон TCL 10+, справа Realme 7 Pro. И сейчас я вам покажу, как на данных устройствах перекидывать данные. Например, если вы это ваш старый телефон, а это ваш новый, вы можете скачать приложение, которое называется CloneIt. Скачать вы его можете из Play Market. И тут, например, выбираем сендера, то есть отправителя, а здесь получателя, ресивера. Включаем поиск и ждем. Вот как вы видите, уже обнаружился наш телефон. Нажимаем Tap to Scan. Это сканер QR-кода. Нам нужно будет взять телефон и просканировать QR-код. Отлично. Тут нажимаем ОК, принимаем запрос и выбираем файлы, которые мы хотим перекинуть. Например, тут у нас обои, здесь у нас фотки, можем выбрать две, потом приложение. Например, выбираем вот такое одно, ну и какой-то еще вот мессенджер, например, выберем. Отлично, поехали дальше. Музыка, можете выбрать пару треков, можете выбрать один, можете не выбирать вообще. Видео, вот, например, вообще нам не нужны. И текстовые файлы, ну, допустим, один оставим, нажимаем старт. И тут нас спрашивают, точно ли мы хотим отправить 743 мегабайта памяти, и пишет в приблизительное время отправки. Это будет у нас 4 минуты. Нажимаем ОК. И ждем, пока все перекинется. Итак, как вы видите, у нас основное скачалось, только вот приложения не установились. Почему? Нажимаем на красный знак восклицания и нажимаем еще раз Install. Разрешаем здесь источник CloneIt. Дальше еще раз Install. И оно уже устанавливает нам данные приложения. Все, у нас уже установился мессенджер. Устанавливаем второе приложение. Отлично. Можем нажать здесь финиш и здесь финиш. Всем спасибо. Такую же операцию, только наоборот, с этих телефонов будет в другом видео. Мы оставим подсказочку и, возможно, ссылку в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо и пока.